Всех приветствую на канале Дороги Михаила Илюшина. Приглашаю прокатиться со мной на велосипеде по улицам поселка Солнечного, 2 Кировского района. Поехали, посмотрим. Начал от кольца Топольчанского. Проедем по проспекту Героев Отечества. Весенняя прогулка от 7 мая. Да, не все уступают, но бывает. Да, здесь еще дорожка такая веселенькая. И вот что-то начали строить. Начинается у меня весна, вернее, началась, и начинаю ездить, кататься на велосипеде. Следующий сюжет будет проспект Строителей, Архова и парк Солнечного. Смотрите. А здесь вот взяли, загородили. Была дорожка такая. Какая-то веселая, стала грунтовая. Как-то так. Ну, не буду мешать, смотрите. Прокатился, кружочек сделал. Отдохнул.
Связь опор крючно работает, так что имейте в виду. Да, включены были уже все фонтаны. Сильный ветер был. Ну ничего. Народу мало еще гуляло. Нет, показываю дворец водных видов спорта. Ну и дальше.
Ну, вот такая была прогулочка. Первая часть. А вторая часть, еще раз повторюсь, проспект Строителей, Таркова, какие изменения и парк Солнечного. Спасибо тем, кто подписывается на канал в Рутюбе, Ютюбе, Одноклассники, Контактов. Благодарю за просмотр. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.